И в завершении выпуска коротко о спорте. В Ноябрьске сегодня стартовало окружное первенство по пауэрлифтингу среди юниоров. Участие в нем принимают спортсмены из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, поселка Тазовский, а также из Пуровского района. Причем это не только юноши, но и девушки. Соревнования продлятся 3 дня, а лучшие получат право участвовать во всероссийском первенстве, которое состоится в мае во Владимире. Я желаю вам, ребята, успеха на соревнованиях. Я желаю вам здоровья, новых достижений, отстаивать честь нашего округа на всероссийских соревнованиях и, наверное, даже на мировых аренах. Победы вам и здоровья!